В спортивном комплексе «Планета» запрыгал и залетал оранжевый мяч. В рамках спартакиады Тверского вагоностроительного завода стартовал турнир по баскетболу. Соревнования проходят при поддержке Тверского регионального отделения «Союзмаш» России. Соперничество на площадке ведут 6 команд цехов и подразделений завода, а также компании-партнеров предприятия. Организуют и проводят матчи спортивный клуб «Планета». Мы решили играть в круг. Эта система, она более такая для команд лучше, они поиграют больше и, по крайней мере, выявят действительно сильную команду. По мнению специалиста, соперничество за лидерство в баскетбольном турнире ожидается острым как никогда. Вырос уровень практически всех команд, в основном за счет пополнения составов молодыми игроками. Впервые конкуренцию под щитом старожилом баскетбольного турнира составила сборная Совета молодежи Тверского вагоностроительного завода. И общение молодежи к здоровому образу жизни, к спорту, и это хорошо. В здоровом теле здоровый дух. Нашему предприятию нужны здоровые люди. В баскетбольном турнире сборная молодежи дебютировала с победы. Свой вклад в стартовой команды «Успех» внесла сотрудник отдела главного метролога завода Надежда Козлова. Единственная девушка среди участников корпоративных игр в оранжевый мяч. Мне это очень интересно. Я люблю спорт, я люблю участвовать. Ну, соответственно, вот ребята меня тоже поддерживают. Молодежь не только регулярно тренируется, но еще изучает соперников, наблюдая за их поединками. Посмотреть действительно есть на что. Практически в каждом матче идет упорная красивая борьба. Баскетболисты-любители получают явное удовольствие от игры. Для многих спартакиада Тверского водостроительного завода самая эффективная мотивация вести здоровый образ жизни. В свое время у меня был несчастный случай, я сломал ногу, год ничем не занимался, набрал вес, стало тяжело даже по лестнице подняться, поэтому держать себя в физической форме, здоровья. На этой неделе команда Владимира Исаева встретилась на площадке «Планеты» с вице-чемпионом прошлогоднего баскетбольного турнира командой «Транстеха». Красные ставят перед собой самые высокие задачи. Мы надеемся занять первое место. В прошлом году мы в упорной борьбе уступили его, хотя в позапрошлом были чемпионами. Но надеемся взять реванш у команды ВСЦ в этом году. Однако упорная игра преподнесла сюрприз. «Транстех» уступил ЦКБ. Ожидания интриги начинают сбываться. Баскетбольный турнир завершится в конце августа. Тогда и узнаем, сможет ли команда вагоносборочного цеха отстоять свой титул чемпиона Тверского вагоностроительного завода.